Всех приветствую на канале Animal Life. Окаменевший енот из последних сил ползал в цементе. Сотрудники цементного завода заметили почти окаменевший комок шерсти, который еле ползал в высыхающем цементе. Это оказался еще живой енотик. На прошлой неделе работы на цементном заводе в Аризоне, США, на время приостановились. Рабочие заметили в одном из блоков со свежим цементом пушистое тельце. Оно пролежало в цементе целую ночь. Приглядевшись, сотрудники увидели енота, как оказалось позже, это была пожилая самка. Еще живая бедняга лежала в застывающем цементе. Рабочие опустили длинную деревянную доску, и измученная енотиха начала медленно по ней карабкаться. Енотиха заползла наверх и решила пойти по бетонному краю, но неожиданно упала на землю. Она была очень слаба и была почти полностью покрыта засохшим цементом. Чем сильнее енотиха пыталась выбраться из цемента, тем больше застревала в нем. Той ночью было прохладно, и пока цемент застывал, она теряла тепло. То, что она выжила, чудо. Сначала енотиху согрели теплыми одеялами, а затем приступили к удалению цемента с шерсти и кожи. Так как случай был запущенным, пациентку постригали под наркозом. Сотрудники около часа бритвами удаляли ее окаменевшую шерсть. После нескольких лечебных ванночек кожа енотихи восстановилась. Хотя она уже не была похожа на нормального енота, зато избавилась от злосчастного цемента. Спустя неделю пациентка хорошо себя чувствовала, несмотря на то, через что она прошла. Сейчас красавица живет в центре спасения. О ней заботится, она сидит на диете и восстанавливается с каждым днем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!